такой надежды, что жизнь будет, что мы горды, что мы какой-то, ну, какой-то думали мы, помогали и приближали День Победы. Но все было не так. Честно вам скажу, не так было. We're wrong in thinking that we know everything about that war. There was another aspect of that war. Но это неправда. Есть еще одна неизвестная нам война. Когда она приходит домой, а у нее еще три к маме, мама и три сестры. Побыла два дня, мама дает ей чемоданчик и говорит: давай, уезжай, у тебя три девочки, они должны замуж выходить. Три сестры, а если ты? Ты же как бы с войны пришла, ты, в общем-то, проститутка. От нас был скрыт целый мир, женский. Их война осталась неизвестной. Смотрели на нас, что мы на фронте вроде не воевали, а мы вроде другим делом не занимались. А неправда, неправда. Девчонки 41-го года. Откуда они такие? Почему их было так много? Как решились они наравне с мужчинами минировать, подрывать, бомбить, убивать? Мы ходили и ходили в военкомат. Военком чуть нас не выставил. Ну что вы умеете, что вы будете делать на войне? А мы не понимали. Хотели воевать, и все. Прихожу, сидит там военком. Думаю, как мне к нему обратиться, как я его назову? А потом думаю, да я вот так. Я говорю: дядь. Пошлите меня на фронт. Он подходит ко мне ближе и говорит: девочка, тебе сколько лет? Я для пущей важности не сказала 14 с половиной, сказала 15. Он сказал: мы детей на фронт не берем. Он меня выставил, а я вышла и заплакала. Стою и плачу. Там стоял стол. Я голову под стол, а из-под стола голос изменил и кричу: пошлите меня на фронт, мне 17. Он подошел ко мне, взял за подбородок и говорит: ты очень быстро растешь. Тебе утром было 15, а к вечеру 17. Это к 10 часам вечера тебе уже 20 станет. Попросил я его: возьмите меня, пожалуйста, я просто чуть на коленях стоял. Мне было 14 лет, и меня все-таки они взяли. Ну, посмотрим, что. Ну, хотя в это время уже был приказ детей на фронт не брать. Я служила в МПВО, мне было 15 лет. МПВО – место противовоздушной обороны. Там был отряд 400 женщин. Туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. They were destined to live a twofold life in the world, like women and like men. Одну женскую, другую мужскую. Они быстро стали солдатами. Very quickly they turned into good soldiers. Когда женщина уходила на войну, она уходила как часть системы, часть идеологии того времени, да? Вот. И она уходила, как бы, скажем, похожей на мужчину. Но когда она оказывалась на войне, то проступали совсем другие вещи. Та, которой предназначена была дарить жизнь, должна была учиться ее отнимать. Девушки не представляли, что стрелять им придется не по фанерным мишеням, а в живого человека. В
когда уже произвела выстрел, и думаю, боже, я же убила живого человека. Руки начали дрожать, мне стало холодно, я зуб на зуб не могла попасть. Так у меня зубы начали лискотать. Я хочу что-то Маше сказать, я разговаривать не могла. Настолько вот меня взял страх, что я убила живого человека. Молодец, Камелькова. Благодарность тебе объявляю. Все помнят своего первого убитого. They all remember their first human killed in a bayonet fight. А в таковом? And they have to live with this horror. До самой смерти, так сказать, ощущение. Дойдите. Ой, Господи, что же это? Приступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались. Я никогда не училась убивать. Я хотела быть немцем, если бы они не хотели этой войны, ведь мы их не приглашали. Когда на глазах матери грудного ребенка подбрасывали вверх и стреляли словно по мишени, когда она слышала крики и мольбы горящих заживо людей, разве могла она оставаться женщиной, способной сострадать и жалеть? У нее оставалось только два чувства – ненависть и жажда мести. Что меня поразило, когда они говорят о своем опыте, я вела своего студебекера по фашистским трупам, поскольку там по Сталинграду было столько, и была счастлива, когда слышала, трещали их черепа. Когда она говорит это, но она дальше Достоевского. Дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл. Если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, знай, никто ее не спасет. Если ты ее не спасешь, знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. Девушки, которые уходили на фронт, думали, что женской жизни нет места на войне. Они старались быть похожими на мужчин, коротко стриглись, заставляли себя менять походку, но природа брала свое. Мы попросили, чтобы нам юбки дали, потому что все время в брюках, в комбинезоне. И мы тогда попросили командующего, чтобы нам юбки выдали, потому что так хотелось оставаться девчонками. Даже война не могла заставить женщин быть некрасивой. Так, готовимся к танцам. They dreamed about beautiful dresses, how they would wear them after the war. Больше всего они мечтали о красивых платьях, фантазировали, как будут носить их после войны. Кусочки тряпки и шишки использовали как бигуди. Из консервных банок делали себе колечки. Из дефицитного куска марли умудрялись подшить воротничок гимнастерки. Для того, чтобы быть красивой, в ход шло все. Когда мы прокладывали маршрут на карте, то у меня всегда был карандаш. Он красный, черный и, конечно, обычный карандаш. Если иногда подкрашивали, то вот этим черным карандашом, который как тушь, ложился. Да и мужскую форму старались носить по-своему. Если она одевала пилотку не так, как мужчина, так это естественно, это не потому что мода, а потому что у нее волосы, что она хочет, чтобы локоны у нее были. Она как-то кокетливо оденет, или берет. На войне в армии не успели подумать о женских особенностях. Форма была рассчитана на мужчин, поэтому приходилось нарушать устав.
Дали нам портянки, мы из них трусики, бюстгальтеры прошили. Командир узнал, нас выругал. Ваты и марли нам тоже было не положено. Поэтому больше всего нас мучает отсутствие элементарной женской гигиены. Мы мечтали о бане. И единственное, что просили всегда, чтобы как-то так устроить, чтобы нашему полку, чтобы можно было помыться, потому что мы без воды никак не можем. Кальсоны, иногда большие, мы вот здесь вот завязывали узелком эти, значит, завязочки, вот, потому что все большое такое было. Лишь в конце войны они увидели нормальное женское белье. Хорошее белье – моя слабость. Вот оденешь эту слабость, я тебе влеплю наряд вне очереди. Да я уже столько нарядов за это переполучала. И все-таки носила. Да и одевать-то зачем? Больше всего я боюсь покалечиться. В бою прячу лицо, ноги. Не хочу остаться изувеченным. Мужчина даже инвалид. Он ведь все равно герой, жених. А покалеченная женщина никогда не устроит свою жизнь. Лучше умереть, чем остаться инвалидом. В общем, готовить меня завтра оперировать. Ампутировать ноги. Тишина долго, потом тетя Маша приходит. Она нас нет, тишина. Я говорю, тетя Маша, ты всегда мне маленькое полотенце, дай мне большое. Я думала так, возьму кровать, ну, солдатский тишь, кровати железные. Ну, затяну и все, девчонки уснут ночью. Ну, зачем? Когда нужна группа? Девчата, подъем. Ваши самолеты вертаются. По приказу Сталина, 8 октября 1941 года были созданы три женских авиаполка. Еще до войны в СССР было несколько сотен женщин-летчиц, инструкторов аэроклубов. Они составили костяк этого подразделения. Эти женские подразделения были единственными в мире. Полк был истребительный, полк пикирующих бомбардировщиков, и наш полк ночных бомбардировщиков. Собрали эти самолеты со всех аэроклубов и сделали вот эти полки, потому что не хватало авиации, и сделали их ночными бомбардировщиками. Воевали они так, что немцы боялись их больше, чем мужчины. После первых же вылетов они их окрестили «ночные ведьмы». Захожу на встречу! Приготовься! Ты куда? Сумасшедшая! Сделься! Летали они на самолетах По-2, маленьких тихоходных. Летает только на малой высоте. Самолет сплошь из фанеры, обтянутый почти марлей. Иногда даже простая посадка заканчивалась трагедией. Около самолета лежит моя подруга Лилия Тормосина. Лежит, ее выбросила. Лежит, а у нее она еще, видимо, жива была, потому что у нее перчаточки лайковые. Она хорошо на пианино играла, такая москвичка, интеллигентный человек. И у нее эти перчаточки, и одно вот как-то скорчено, одна перчатка лежит. Значит, это вот она еще, видимо, жива была или как-то. Все. И все, здесь всюду синева, и, значит, все это разбито. А Надя Комогорцева зажата во второй кабине. Ее мы стали вытаскивать. Зажата, погибла. Достаточно было одного прямого попадания, как он загорался. И не долетая до земли, сгорал в воздухе, как спичка. Вот у меня на глазах, если говорить по-честному, сгорела Женя Рудьева. Таня Макарова, Вера Белль, видела горящие эти экипажи, четыре экипажа над Крымском. Они там знают про наш полк, про ночных ведьм, как немцы нас назвали. Вот, так что я вам скажу, человек 12 я видела, как горели заживо вместе с самолетом. Мамочка! Мама! Анна!
Косовский говорил о наших лечице. У них столько вылетов, столько встреч со смертью. Если я делаю, скажем, за ночь 5 вылетов, бывало, что и 10 вылетов, когда хорошая ночь, когда были как-то, как сказать, как мы называли это, полеты, ночь максимум. Даже молитву придумали. Еже иси на небеси, на максимум принеси. Что это значит максимум? Чтобы мы не сидели там, мерзли, или в кабинах ждали, дремали, задача будет или нет. А чтобы максимум, то есть как можно больше вылетов надо сделать сегодня. Значит, мы один за другим будем вылетать, вылетать. Это вот этого хотели. У Надежды Васильевны Поповой 852 вылета. Всего за годы войны летчицы поднялись в небо более 24 тысяч раз. У девочек была примета: совершишь более 5 вылетов, доживешь до победы. Не хотелось, конечно, умирать в молодые годы, когда жизнь 60 впереди. И it was not death that we feared. We feared of dying without having tasted life. This thought left us restless. Because we were too young to die. Imagine the Germans approaching, their sleeves always rolled up. Они идут всегда закатанными по локоть рукавами. Еще 5-10 минут и атака. Тебя начинает трясти и ожидать. Но это до первого выстрела. А там, как услышишь команду, уже ничего не помнишь. Вместе со всеми поднимаешься и бежишь. И уже не думаешь о страхе. Командир кричит, поднимается, его убивает, а никто из ребят не поднимается. И она тогда, эта девчонка, поднимается. И они тогда идут за ней. Удивительно, но женщина на войне преодолевала страх легче, чем мужчина. Их бесстрашие наводило ужас на противника, поэтому к ним они были предельно жестоки. Немцы убивали женщин, солдат. Они считали их гермафродитами, ненормальными, фанатичками. В принципе, они в пленных не брали. Очень редко женщины были в плену, и над ними там издевались, и вот в плен попасть, это было самое страшное. Последний патрон девушки держали для себя, чтобы умереть, но не сдаться. Женская смерть – это ведь страшнее, чем мужская. Женщина погибает в будущее, мужчина погибает в прошлое. It's a big difference, like two polarities. A man killed, the past is dead. A woman killed, the future is dead. В разных частях армии воевало около 800 тысяч женщин, которые освоили непростую мужскую профессию – быть солдатом. Дисциплина, уставы, знаки различия, вся эта военная премудрость давалась женщинам не сразу. Часто в карауле вместо «стой, стрелять буду» раздавалось «стойте, извините, стрелять буду». Иду я с кухни с двумя ведрами кипятка, и идет навстречу мне офицеры. And there were two officers walking my way, talking about something. I thought, damn, there were two of them. How am I going to salute to them? Maybe it should be a double salute or what? Иду, сама не могу сообразить, как каждого мне поприветствовать. И вот когда осталось уже буквально метра два, на меня даже внимания еще не обратили. Я ставлю ведра вот так возле себя. И, значит, стою по стойке смирно, а как только они подошли вплотную ко мне, я делаю обе руки так и кланяюсь одному и второму.
строевой подготовкой, конечно, мы не очень любили заниматься, но приказ есть приказ. Относились друг к другу, товарищ капитан, товарищ майор, товарищ старший лейтенант, и все. А уже в экипаже, когда пошли Надя, Таня, Маня и все прочее. Они были снайперами, пулеметчиками, саперами, минерами, связистами, танкистами. Возникла даже языковая проблема у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик». До того времени не существовало женского рода, потому что эту работу никогда не делали женщины. Но главной женской профессией на фронте была профессия медсестры. Они были настоящими сестрами милосердия в самом высоком понимании этого слова. Идет большой бой, танковое сражение, и она тянет одного раненого в воронку, притащила, пошла за другим, притащила. И тут ему стало плохо, этому второму раненому, одежда сгоревшая, сотлевшая. И он по-немецки «Wasser, Wasser» стал просить воды, она обалдела просто. Она говорит: «Я обалдела, кажется, я притащила немца». Фашист лежит. Раненый, вовен, значит, ноги он раненый, он лежит, и полностью, значит, автомат, он, значит, наставил на меня. Но он увидел мое девичье лицо, и когда он увидел мое девичье лицо, он, понимаете, вот такой вот, значит, у него это нервное напряжение, все спало, и он этот автомат отбросил. И вот мы троем в этой воронке, у него такие огромные, красивые такие губы, у него огромные такие глаза, но он на меня смотрит этими глазами, что же я буду делать? He was bleeding profusely, lying in a pool of blood, and my high boots were in blood. With one hand, I was attending a Russian soldier, and with another hand, I cut the German's boots and saw that his one leg bone was crushed, and he was slightly wounded in his other leg. I bandaged him, I tied up the tourniquet, and returned to the Russian soldier. And the German would go on saying, "Gut." Good. But in fact, he was swooning away, muttering "gut, gut" all the time. Немец приходит в себя, хочет задушить русского, русский приходит в себя, хочет задушить немца. И баба одному даст по морде, второму. Вот это роль женщины. Около 300 тысяч медсестер служило в нашей армии. Среди них Катюша Демина, единственная в мире медсестра, воевавшая в морской пехоте. Была главстаршиной, разведчиком. Несколько раз сама была тяжело ранена. Об ее смелости моряки складывали легенды. Однажды под Керчью, для того, чтобы принести раненым воды, она не побоялась пробраться на вражескую территорию, где стоял колодец. Я говорю: «Фриц, мне водички нужны. I said, "Mr. German, I need some water for the wounded." Ну, он говорит. He said something, and I said, "I'm Russian, Katyusha." Good. Достал губную. And he said, "Good." He fumbled about in his pockets and took out a mouth organ and played Katyusha, dancing to his tune. Смотрелся на меня пристально, но не подходил. He would look up at me without coming too close. I said again that I need to get some water. I said this in gestures, and he said, "Good." And I thought, now I will bend down, and he will shoot me. But he didn't open fire. Там у них огневая точка стояла, и они били по нашим самолетам из этой огневой точки. Вот почему они в меня не стреляли. А я принесла ведро воды, и кто-то проснулся из разведчиков и говорит: «Ты где была?» Я говорю: «За водой ходила». Они мне: «Да ты с ума сошла?» Я говорю: «Нет, я не сошла с ума. Я принесла ведро воды, давайте пейте. И вот что я вам расскажу». Я говорю: «Когда я шла за водой, значит, видела немца, он на той сопке стоял, он. Они оделись, взяли гранаты и побежали. Эту сопку забросали гранатами». Екатерина Демина, единственная медсестра в России, удостоенная медали Флоренс Найтингейл. Это высшая награда для сестер милосердия, учрежденная Международным Красным Крестом. И ее получали те медсестры, которые не убивали меня. Представитель этой организации лично приехал в Москву познакомиться с самой прославленной медсестрой Великой Отечественной.
А когда мадам Фанфани приехала, спросила: «Катрин, как ты убивала?» Я сказала: «А я не убивала, а я помощь оказывала. Если у немцы хотели на спине у моряков звезды вырезать, то как я их? Я вот их и убивала тогда». Я говорю: «Вот гранату бросила мне, чтобы фашисты, когда шли к этим морякам, я говорю, я моряков спасала». Она сказала: «Это меня и дело, и мы тебе даем медаль». 80 человек надо было вынести с поля боя медсестре, чтобы получить звание Героя Советского Союза. Екатерина Демина спасла 159 раненых, но это звание она получила только через 45 лет после победы и только благодаря многолетним хлопотам моряков, с которыми она воевала. После нее ни одна женщина не была удостоена этой высокой награды. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходи... Эта песня была одной из самых популярных на фронте. Ее любили не только наши бойцы. Когда на передовую приезжали фронтовые бригады, то со стороны противника поступали музыкальные заявки. Немцы даже услышали. Когда наши пели, артисты, они и танцевали, они, значит, кричали: «Катюшу, повторите Катюшу». Ирина Николаевна Риверс всю войну с фронтовыми бригадами провела на передовую. Не было ни одного госпиталя, в котором бы она не выступала. Но надо было смотреть на этих людей, которые просто оживали, когда они видели нас, артистов, которые для них пели, старались. Передать это невозможно. Ирина Риверс – единственная артистка, которая смогла взять в плен 20 немцев. И было это в конце войны в Германии. Сижу, я смотрю, на меня прямо идет человек. Немец. Палка на палке, белый платок, значит, он сдает. А я «Ханде хок», что-то кричала, какие-то немецкие слова. И вдруг он команду дает, и из леса выходит человек 15-20 немцев. За этот подвиг она была награждена орденом Красной Звезды. А свой последний концерт на войне Ирина Риверс дала у стен поверженного листа, где звучала самая любимая песня на войне – «Катюша». Туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Была у женской войны одна сторона, о которой прошедшие фронт предпочитали молчать. Перед этой тайной, чтобы ее рассказать, они стоят намертво. В бою было не так страшно, как после того, как бой кончится. Потому что чуть ночь, кажется, тянет тебя в кусты, нельзя выйти в туалет. Потому что наготове тебя сторожат, как волки. Это тоже правда. Это тоже было. За нашими войсками не следовали передвижные женские подразделения, так сказать, особого назначения. Нашим мужчинам было тяжелее. Он вышел из боя, он выпил свой стакан спирта, но если ему нужно умещение, я надо было спирт. И было, я существовал, это действительно так. Он никуда не задеться отходил. Видал? Где? Да нет, это я про нее, про Шурочку твою. А при чем здесь моя? А при том, всех она, значит, и твоя. Вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом. Врешь ты. Трепло ты, деревянка. Язык у тебя мелешь, что левая нога захочет. Мелю. А только обидно мне. Не успели капитана Ермакова в госпиталь отправить, как она уже к старшему лейтенанту Кондратьеву липнуть стала. ППЖР. МФВ. Полевая передвижная жена. Это термин... Пожалуй, родился на фронте, его говорили, на фронте его говорили, термин был, но этот, он, наверное, родился не на фронте, он, наверное, родился в тылу, он пришел из тыла, потому что, of course, there were promiscuous women at the war. Бывают, были такие женщины, солдату, конечно, это было не дано, а были командиры большие, которые, возили с собой, так сказать, жен. Понимаете, это исключение, о котором, ну, может быть, даже не следовало бы, может быть, и говорить. At the war, people expressed their feelings very sincerely. Проявлялись, это были искренние, хорошие чувства.
На фронте мужчины относились к нам изумительно. Всегда оберегали. Я не встречала в мирной жизни, чтобы они так относились к женщинам. Когда отступали, ляжем отдохнуть. Земля голая, они сами останутся в гимнастерках, а нам отдадут свои шинели. Девчонок надо укрыть. Найдут где-то кусочек ваты, бинта. На, возьми, тебе пригодится. Женщина приходит, например, в батальон, вот с того мужиков, и она с инструктором приходит, и первое, о чем просит ее командир, сними шапку. Мы столько лет, уже два года не видели женщин, не видели женские волосы. Если военная девушка по отчаянии даже забеременеет, и любовь была, она же существовала, вы же жизнь не боитесь. Никуда не сюда, все равно жизнь, так ее с почестями был Сталин приказ, что девушка окружить материнской отцовской заботой, отправить ее в тыл, это не порок. Каждый знал, что он может любить на войне только сегодня, сейчас. Завтра на войне наступало навсегда. Have you ever done this? He asked me. Я говорю, чего пробовала? Done what? Ничего, а кого? Мужика пробовала? Ты что, дурак? You fool, go away with you. Он говорит, дурак. Не выйдем отсюда. I'm not a fool. Все равно завтра всех убьет. We're done for, and tomorrow we'll be dead. I haven't done this either. Let's make a try. На фронте любовь была как бы под запретом. Если узнавала командование об отношениях, как правило, переводили в разные части. Попросту разлучали. Но все равно на войне любили. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Летчица Надежда Попова и летчик Семен Харламов познакомились случайно. Мне его жалко было. Что ж такой молодой парень, ведь вся голова у него в бинтах, только глаза и только зубы белые. Он обещал найти ее после госпиталя и сдержал обещание. Приехал к ней в полк, но Надежда сначала его не узнала. Он же был без носа, когда я его видела раненым, весь был замотан, бинтах, только глаза, вот и зубы, и все. А вот, а потом, когда я вижу, что я говорю, такой, оказывается, с носом, да. Ну и все, я его чмокнула в щеку. Говорю, ну, до свидания. Говорю, мне надо вылетать. Я села и улетела на задание. История их любви попала в фильм «В бой идут одни старики». Кинорежиссер Леонид Быков в фильме назвал их «Маша и Ромео». Домом пахнет тополь, дерево моей родины. Только они у нас высокие, пирамидальные. А как будет, по-вашему, дом? Менцизна Севама. Так длинно. Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша. Он взял и вставил в свой фильм вот эту историю маленькую, любви, но ему по содержанию так надо, что его девушка там, с которой познакомились, что они погибают. А в жизни Надежда и Семен Харламов дошли до Берлина и День Победы встречались вместе в Москве. Это было 9 мая. It was on May 9th. We were schoolgirls. Мы были тогда девчонками, мы, конечно, были все на Красной площади, на улицах. И вот мы вошли в метро. Нас целая компания школьников. Пассажиры метро улыбались все. Я не видела человека с угрюмым лицом. И вдруг вошла
девушка, красавица, синеглазая, с роскошными белыми кудрями, замечательная просто, в шинели. И рядом с ней юноша, тоже очень красивый. Было жарко. Она так распахнула шинель, у нее звезда Героя Советского Союза, летчица. Мы подумали, но если у нее звезда Героя Советского Союза, она герой, он-то должен быть дважды героем, ну как же иначе? Жарко было очень. Он распахнул шинель, он был дважды героем Советского Союза. Это были летчики Надежда Попова и Семен Харламов. Говорят, самые счастливые пары рождались на войне, ведь они полюбили друг друга на фронте, среди огня и смерти. Девочки ушли на войну, когда им было по 18-20 лет. Эти 4 года, как это ни странно, оказались для них самыми счастливыми. Именно на войне их любили и ими восхищались. Это принималось уже как должное. В это верили, что в самом деле красивые, в самом деле самые лучшие. А потом это все исчезло вдруг. После войны, после грязи, после вшей, после смертей, мужчинам хотелось чего-то красивого, яркого. Хотелось красивых женщин. Поэтому жениться они не хотели на тех, кого 4 года видели в стоптанных сапогах и мужских ватниках. Мужчины старались забыть войну, а оказалось, что забыли своих девочек. Я любила человека, я любила его до сегодняшнего дня, может быть, уже его уже нет в живых. Мы в 1946 году просто расстались. We parted in 1946. У меня дочь. And I have a daughter by him. Ну, и мне он дорог до сегодняшнего дня. Я не могу ничего сказать, несмотря на то, что он, может быть, не совсем... Он не совсем... порядочный, оказался до конца, но это не... Нет, дело не в этом. Ольга мне остался человек, которого я любила, и я принесла это чувство сквозь всю свою жизнь. Я считаю, что... Я ему даже была рада, что у меня есть дочь. Не очень хорошая дочь, и я просто... Нет, я не обижаюсь на него. После войны фронтовым девчонкам досталось. У них началась еще одна война. Тоже страшно. И она приезжает, и как кому например? Она приезжает в дом, где люди дострадали, к тому, но они этого не знали, они пережили что-то другое, какой-то опыт. Они сохранили все параметры как бы мирной жизни. И начинается столкновение двух, ну, как бы двух цивилизаций. Цивилизация после войны и цивилизация, которая была здесь, дома. Как нас встретила Родина, без рыданий не могу вспоминать. Сколько лет прошло, до сих пор щеки горят. Мужчины молчали, а женщины... Они кричали нам, знаем, чем вы там занимались. Оскорбляли по-всякому. На нас смотрели совсем плохими глазами. И мы старались не говорить о своих ранениях, о своих контузиях, о своих всех-всех. Ну кто? Скажи-ка, что меня контузил, забросил туда. Да кто мне в горшок замок поменял? Да на нас смотрели, как будто мы черного тела сделаны. Они не совсем не белокожие девчонки. Уже в июле 45 года на встрече с фронтовиками всероссийский староста Калинин посоветовал женщинам-фронтовичкам поменьше распространяться о своих военных подвигах. Собственно говоря, через 20 лет мы нас помнили. 20 лет мы были под спудом. Никто про нас ничего, да и мы сами. Молчали и... ни о чем вообще не говорили. Где были, что делали? Вот, была в армии все. Была на фронте все. Боже мой, ничего. Не вступали в такие разговоры, потому что мы знали, что все внутри кафе сшито в нас. Первое время мы таились. Даже награды не носили. Мужчины носили, а женщины нет. Мужчины победители. We'd been robbed of our victory, robbed of all due honors, and of course we felt hurt. Не разделили, и было обидно, непонятно.
их жертвы, критические моменты. Общество приняло, но поскольку это было военное общество, да, военного социализма, оно не занималось отдельным человеком. Война, она... Да? And speaking about women's role in that war, и о том значении, о том, как участвуют женщины в войне, конечно, я не согласна с тем, что у войны не женское лицо. Катюша на высокий берег, на крутой.